Да, порой было тяжело. Я уже подумывал опустить руки, я почти уже это сделал, но прям в последний момент решил этого не делать. Я позвонил, и мне ответили: «Алло? Танцы со звездами слушают». Я такой: «Не, пока рано». Пока рано. Да. Если вы там меня увидите, то это все, поверьте мне. Мой дух будет сломлен. Если увидите, как я жду оценок жюри,